В Канске пройдет бардовский вечер. Мероприятие состоится в поселке строителей в сквере моего детства. Здесь любители авторской песни соберутся уже в третий раз. Репертуар организаторы подобрали самый разнообразный, который подойдет как для взрослых, так и для детей. Приглашаем гостей и жителей города Канска в пятницу, 13 июля, в 20:00 погрузиться в атмосферу бардовского исполнения песен в теплую, дружескую обстановку с кружкой горячего чая. Добавим, такие бардовские вечера организаторы проводят в рамках предстоящего бардовского фестиваля, который также состоится в сквере моего детства в поселке Строителей 27 июля в 6 часов вечера. Фестиваль будет посвящен юбилею Владимира Высоцкого.